8 июля в России отметят День семьи, любви и верности. Есть поверье, что брак, заключенный в этот день, будет долгим и счастливым. Накануне праздника Люберцы посетила депутат Госдумы Лидия Антонова. Вместе с главой округа Владимиром Ружицким она посетила местные ЗАГСы и поздравила молодоженов. Карине и Льву не пришлось искать друг друга долго. Две половинки встретились в самом расцвете жизненного пути. И это, по их словам, была любовь с первого взгляда. Спустя 3 года после знакомства решили пожениться в канун Дня семьи, любви и верности. Надеемся, что этот церковный праздник Петра и Февронии поможет нам сохранить брак надолго. Любовь – это самое важное чувство в жизни человека, и мы очень рады, что нашли друг друга. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Люберецком ЗАГСе. Традиционное «да» от молодоженов, как символ взаимного согласия, ставят заветные подписи, после чего в знак любви и верности обмениваются кольцами. Создание новой ячейки общества не обошли стороной и представители власти. Право вручения первого семейного документа предоставили депутату Госдумы Лидии Антоновой. Когда видишь такую красивую пару, такие замечательные глаза, влюбленные друг в друга, сердце переполняется радостью. Хочу пожелать вам в этот день помнить, что главное в жизни – любовь. Можно все преодолеть, можно преодолеть все трудности, заботы, волнения. И какая же свадьба без подарков? В дар молодым Лидия Антонова преподнесла талисман «Единой России» – фарфорового белого медведя. Теплые слова и свои пожелания в адрес молодоженов выразил и глава Люберецкого округа Владимир Ружицкий. Мне посчастливилось быть участником этого торжества. С Лидией Николаевной мы получили удовольствие от общения, ну а ребятам пожелали, чтобы и любви, и семьи крепкой, и детишек побольше. Мы все радуемся за этих молодых людей, любви, счастья и удачи по жизни. А такими же счастливыми, как Лев и Карина, из Люберецкого ЗАГСа за его столетнюю историю существования вышли почти 120 тысяч влюбленных пар. Только в этом году в учреждении зарегистрировано более 1000 браков. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.